А вообще 30-й, что от нас пустили, очень даже хорошо. Очень удобно. Многим на работу, во-первых, да. Химки нужно. Очень хорошо. Удобно. А то допады с пересадками. Ни тебе пересадок, ни получасовых прогулок до ближайшей остановки. С этой недели жители микрорайона Гучковка в Сходне стали мобильнее. Теперь в их район заезжает 30-й маршрутный автобус, что особенно пришлось по душе пенсионерам. Конечно, удобно, особенно нам, пожилым-то, вот то туда на станцию, где-то здесь прям рядышком. Наш район большой, посмотрите, сколько домов. Да, а сейчас пожилым. Еще, да. Ну не только, конечно, пожилым. Кто-то спешит куда-то. На Гучковке сколько народу живет. Да. В маршрут 30-го автобуса добавили 3 станции – на улицах Мира и Горный, а также остановку микрорайон Гучковка, откуда автобус и начинает движение по линии. Это примерно 2 километра пути до ближайшей автобусной остановки, куда раньше люди ходили пешком. Они очень благодарны нам, что мы начали обслуживать их, потому что они со станции платформы ходили пешком сюда. Теперь даже бабушки все благодарят. Чуть ли не расцеловывает нас. До этого дня в Гучковку приезжал один единственный автобус, но, по словам местных жителей, ходил он редко, а иногда и вовсе пропадал. Поэтому горожане и попросили о дополнительном общественном транспорте. Инициатором были администрация города и Министерство транспорта, в которые поступали многочисленные просьбы от жителей Гучковки о продлении маршрута. Мы, собственно, с удовольствием поддержали данную идею. Интервал в час пик составляет примерно 15-20 минут, в дневное время в районе 30 минут. В принципе, на данный момент этого хватает. Пока по новому маршруту ходят 3 автобуса, но их, скорее всего, будет больше. В микрорайоне заселяют новые дома, а значит, количество пассажиров будет только расти.